В Бурятии система единого налога на вмененный доход перейдут на упрощенную систему налогообложения. Это поможет снизить ставку налога в 6 раз. Законопроект рассмотрят на сессии Народного Хурала. Его готовили почти полгода. С учетом отмены ЕНВД для некоторых налогоплательщиков рост составляет 1,6 раза налоговая нагрузка, для других 7,7 раза. То есть очень значительный рост. Для тех организаций, которые были на ЕНВД, с 1 января переходят на УСНО, устанавливаются льготные ставки налога по УСНО. 1% – это налог на доходы, и 5% – это налог на доходы минус расходы. Отмечу, не все организации, которые сейчас на ЕНВД, попадают под упрощенную систему налогообложения. Почти 70% из них, а это около 9 тысяч организаций, совмещают данный вид налогообложения с другим. По правилам перехода на новый режим они могут перейти только на второй свой режим налогообложения. Как отметила министр экономики Екатерина Кочетова, в других регионах такой практики нет. Более того, в региональное законодательство планируется внести и другие меры поддержки бизнеса. Мы приняли решение, что мы добавляем виды экономической деятельности, считаем приоритетными направления это такие, как производство, сельское хозяйство, образование, социальная защита и здравоохранение, также туризм, и устанавливаем более щадящие критерии – это 10 человек численности и налоговую ставку бессрочно 3% с дохода, 7,5% дохода минус расходы. На предпринимателей, которые зарегистрированы в других регионах, но работают в Бурятии, также распространится льготный режим. При условии, что они перерегистрируются. Таких компаний более 1500.